Citrus. Гаджеты та аксесуари. Всем привет, это Гаджетариум, и с вами я, Руслан Самоваров. Сегодня я расскажу вам про волшебные возможности экосистемы Knot. Смартфоны линейки Galaxy Note всегда были самыми мощными и передовыми смартфонами компании Samsung. Тут всегда нереально мощная начинка, к примеру, у Note 4 3 гигабайта оперативной памяти и 8-ядерный процессор, который выдает 52 тысячи баллов Antutu и с легкостью позволяет запускать приложения в двух окнах, прямо как на компьютере. Сегодня я расскажу про функции умного пера S Pen, о которых, возможно, вы даже не догадывались. Очень часто возникают ситуации, когда вам необходимо что-либо записать, например, номер телефона или адрес. С помощью функции «Записка с действиями» любая информация может быть записана быстро и, главное, сразу использоваться прямо по назначению, благодаря оцифровке рукописного ввода. Например, преобразовать быстро написанную заметку в уже готовый контакт. Кстати, записку с действиями можно вызвать не только аэрокомандой, а и двойным касанием экрана с зажатой кнопкой на S Pen. Например, давайте проложим маршрут в наш магазин Citrus на Преображенской 30. Также в записке с действиями мы можем отправить SMS, e-mail, открыть интернет-страницу или даже составить список покупок. Сохранить то, что вам нравится удобнее, с функцией Smart Выбор, выбирая информацию прямо на экране с любого приложения, которое сейчас открыто, будь то браузер, Facebook или Instagram. Фрагменты сохраняются на рабочем столе во временной папке с быстрым доступом. Добавить новый можно, нажав на плюсик. Готовые фрагменты можно сразу оцифровать, сохранить в альбом, либо поделиться через установленные приложения. А если вас интересует конкретный объект, можете воспользоваться умной функцией, позволяющей обрезать изображение. А эта функция позволяет делать рукописные заметки прямо на снимке экрана. Например, можно наглядно показать место встречи или вход в парадную. При зажатой кнопке на S Pen можно выделить объекты так же просто, как с помощью компьютерной мыши. Например, фотографии в галерее или текст в браузере, выделяя только нужное. А вот смартфон Note Edge отличается от обычных устройств не только функциями пера S Pen, а еще и уникальным экраном, который изогнут с правой стороны. Зачем, спросите вы? Да легко, он позволяет выводить все уведомления не в строке состояния, а на боковой части. Для загрузки доступны виджеты, которые позволяют расширить возможности обычного плоского экрана. Тут есть погодные информеры, виджеты шагомера, новостные твиттер-ленты, и список все пополняется. А в ночное время есть возможность включить ночную подсветку, такой себе ноу-хау-ночник, который помимо времени и даты еще и погоду покажет. А самое интересное, что может экран, это выводить информацию о входящем вызове, не отвлекая от важных приложений, которые открываются в полноэкранном режиме. Протестировать поближе и приобрести устройство Galaxy Note можно в сети магазинов Citrus, а также на сайте Citrus.ua. Если вас интересует более подробная информация о данных гаджетах, ее можете найти в ссылке в описании под этим видео. Это был Гаджетариум, с вами был я, Руслан Самоваров. Подписывайтесь на мои страницы ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм, чтобы всегда быть в курсе новинок гаджетов. Хорошего дня и яркого настроения. Пока!